Парламентарии провели последнее заседание и ушли на каникулы. Это означает, что в стране завершился очередной политический сезон. Конечно, он был непростым, во многом скандальным, но и без преувеличения судьбоносным. Были приняты такие законы, такие решения, которые окажут влияние на политическую ситуацию в будущем. Чего стоит только изменение избирательной системы. Впрочем, политики этим не ограничились, и есть еще ряд вопросов, которые могут кардинально изменить и расклад сил, и даже саму систему. Словом, пришло время перемен, а вот каковы они окажутся на деле – самый интересный вопрос. В любом случае, разобраться в этом, я полагаю, дело принципа. Вы смотрите Акчен ТВ. Здравствуйте. Представляю моих гостей. Сегодня это депутат парламента, представляющий партию социалистов Владимир Односталко. Добрый вечер. Добрый вечер. Роман Михаеш, политический комментатор. Добрый вечер. Здравствуйте. Павел Медриган, аналитик, декан Института политических и экономических европейских знаний. Ну, нам еще известны как специалист в области права. Часто комментируете такие вопросы. Добрый вечер. И вас приветствую. Ну что, давайте я вначале послушаю вашу оценку. Каким был этот политический сезон, господин Односталко? Он был сложным, он был неоднозначным. Этот сезон одновременно для нашей фракции он был результативным. Почему? Потому что, во-первых, мы были инициаторами и проголосовали за наш вариант избирательной системы новой, смешанной. О ней мы еще, я думаю, поговорим обязательно, но это наше достижение. Гагаузский пакет законодательных инициатив также был генерирован нами в конце на последнем заседании Демократическая партия в лице Сергея Сырбу. То, что мы знаем, он специалист во всех видах законотворческой деятельности, начиная от юриспруденции, заканчивая медициной, ловким движением рук изменил. К сожалению, поэтому мы и бойкотировали, и вышли, и не голосовали. Одновременно социальная сфера была очень чувствительна, особо очень чувствительна. Вы видели это и повышение цен на медуслуги, что, к сожалению, скажется еще. Это и начало реформы больниц, которую приостановили после нашего, значит, нашего давления. Это одновременно и учебники у нас есть положительное заключение Конституционного суда. Это и другие социальные проекты. В целом сессия неплохая получилась для нашей фракции. Одновременно она тяжелая. И одновременно она показала то, что власть на сегодняшний день торопится принять законы пакетами. Потому что мы видели, что в эту сессию особенно, и я замечал, у нас идет пакет законов, и все они по 30 листов, и все они принимаются за 2 недели. И я уверен, что и никто из депутатского большинства их просто не читал, потому как это все сложно, как сказал коллега, элементарно перечитать. Но они все быстро принимались по директивам УЕ. И вот такая вот была сессия у нас. Благодарю вас. Господин Михаеш, что вы выделите в политическом сезоне? У меня тоже есть свой список. Мне интересно вас слушать. Ну, конечно, сессия была интересная. Было много серьезных загонов. Например, мы имеем новый закон о правительстве. В 90-м году последний раз принимался закон. То есть практически у нас, скажем так, произошла реформа центральной власти. Был в последний день и уже и состав правительства, и министерство, структура правительства. Это очень важно, потому что это скажется на дальнейшем развитии республики очень серьезно, с моей точки зрения. Потому что оптимизация, эту оптимизацию требовали и Евросоюз много лет. Наконец-то ее провели. Посмотрим, как она заработает, новая система. Но я считаю, что все равно будет лучше, чем до сих пор, потому что, во-первых, была большая бюрократия, во-вторых, были двойные, даже тройные наслоения и полномочия. Сейчас уже стали более четкими. Конечно, можно много говорить о том, 9 министерств, 10 или 12 или 16, что лучше. Но все равно мы маленькая страна, и мы должны смотреть еще другие маленькие страны, например, Литва, Эстония, если брать выше, там даже Швеция, Норвегия, Финляндия имеют по 10-12 министерств. То есть мы пришли сейчас к формуле в 9 министерств, посмотрим, как она заработает, и время покажет, если надо будет внести какие-то коррективы, конечно же, это будет внесено. И, конечно же, закон о выборах, смешанная система, она революционно поменяет политический класс. С моей точки зрения,
на следующих парламентских выборах у нас будет более качественный состав парламента. Из тех 51 одномандатник, который пройдет в парламент, я считаю, что эти люди будут уже иметь связь с народом, они будут уже иметь прямой мандат от народа, будет более, скажем так, будут какие-то рычаги влияния на тех депутатов, от тех, которых их избрали. То есть вот эти два закона я бы выделил с этой сессии. Благодарю вас. Господин Мадриган, вы, наверное, как большой видится на расстоянии, так вам, может быть, со стороны виднее. Но я бы разделил парламентскую деятельность. Конечно, было по сравнению с осенней сессией более интересно, и мы поговорим. И в целом политическая жизнь. И для меня, как гражданина, важно начало падения либеральной партии. Вот меня это, с одной стороны, обрадовало, потому что это связано и с генеральным примаром, и с некоторыми уголовными делами, которыми давно мы ждали, все знали, все шушукались. А господин Гимп иногда просто шантажировал парламент. Я не проголосую за то, я не проголосую за то. Давайте полномочий дополнительные генеральному примару, давайте законы поменяем, давайте то. Вот эта эпопея наконец-то, по-моему, закончилась. Оказалось, что либеральная партия уже не игрок. Как будет в дальнейшем, видно будет. Но меня, вот я считаю, это один из главных событий, именно начало падения либеральной партии. Потому что все знаете, дайте дорогу молодым. Вот молодой генеральный примар. Давайте ребятам, которые за рубежом, у них как будто голова квадратная, да? Все умные приходят из-за рубежа. Ну давайте. Оказалось, такие же манеры. Да, очень простые. Этот карман мой, этот ваш. Поэтому этот воздушный шар, он лопнул. И для меня вот это именно начало. Да, иногда и неприятно эти уголовные дела. Якобы там правильно, неправильно. Меня радует, что все-таки этот процесс сдвинулся. Мы о примарии сколько говорили, несколько решений счетной палаты, огромные суммы, огромные нарушения. И они ходят и улыбаются. Либеральные министры, да вы что, они чище, чем, знаете, жена Цезаря. Да вы что вы говорите, да вы как, это все. И вдруг они пишут, явка с повинной, оказывается, и признают все их незаконные действия, и даже прячут от всего, вдруг они заболевают срочно как-то что-то. Как они занимают эти посты, некоторые депутаты. Ребята, надо очень щепетильные на эти сертификаты медицинские, потому что в какой-то момент они все больные, все не падают, попадают, и никого нельзя никого арестовать. Поэтому, по-моему, они очень серьезно больные часто, что в парламенте, что министры и так далее. Ну, а второе, конечно, если говорить о парламентском, у меня две вещи как-то, и они будут в дальнейшем. Первое, как демократическая партия стала, что имеет на сегодняшний день 41 депутат, это интересно. И на выборы этот, я думаю, он скроется, будут с кандидатами очень серьезный разговор. Вы, ребята, получите мандат и примкнете, или будете служить нашему округу? Да. Потому что кто-то уже думает, что пусть они там пройдут, как в ГГУЗе, а потом мы с ними пошушукаемся по суммам. Я думаю, это может не произойти, поэтому те, которые поддержали это, может иметь в виду именно вот это. И второе, конечно, изменения в избирательном законодательстве, которые она до конца так и непонятна. Если там вчитаться очень внимательно карандашом, есть много, которые очень быстро, особенно во втором чтении, это буквально несколько дней перед вторым голосованием, потому что в самом деле были кое-какие обсуждения, но там еще ряд мест и ряд положений, которые надо уточнить, и они оставлены в компетенции правительства. Вот два, пожалуй, события, которые меня больше. Я бы добавила, пожалуй, еще в отношении этого политического сезона еще инициативу президента, консультативный референдум. На мой взгляд, это тоже весьма интересно. Мы знаем, что Конституционный суд на этой неделе будет давать свой вердикт. Вот. Но
мне кажется, те вопросы, которые там предлагаются, да, они эффект на самом этого деле референдума они... могут быть еще далеки до осуществления. Да, он может но состоиться. Мне важен, да, еще и сам факт. Ну, и прежде всего потому, что президент да. просит дополнительных полномочий в плане роспуска парламента. И это может, если это состоится, это может повлечь за собой весьма интересные процессы. Вы сами понимаете. Ну вот, в принципе, я согласна с вашими, с вашей оценкой, с теми событиями, которые вы предлагаете рассматривать. Хорошо. Знаете, чем еще этот сезон выделялся? Это что это был первый опыт совместной работы всенародно избранного президента, да, и этого парламента. И вот мне было бы интересно, как вы ее оцените, как взаимодействовали, если учесть, что значит, политические силы, которые в парламенте, правящая коалиция, у них мы знаем свои взгляды, а президент, который возглавлял партию социалистов, у него взгляды иные. Вот как они работали? Господин Односталко. Что касается президента, президентуры в частности, у президента есть своя повестка дня, она четкая, она озвученная, она, никто о ней не молчит, и это факт. Он и по ней идет. Партия социалистов есть своя повестка дня. Да? Мы схожи, мы не скрываем этого, взаимодополняется, мы поддержим решение президента. Что касается повестки дня нынешнего парламентского большинства, или, как сказал коллега, опять же, вот той кучки депутатов, будем говорить так, как оно есть, потому что их 39, 23, потом 41. Я не исключаю, что осенью их станет еще больше, потому как там есть резерв, откуда приходить, откуда докупать и комплектовать ряды демпартии, расширять. У них была очень простая повестка дня. Во-первых, они ничего не решали. Они были машинами для голосования, это было видно, это работа в комиссиях. Тогда, когда депутаты от правящего большинства были не согласны с многими инициативами, у нас социальной комиссии далеко не все были согласны с тем, что приходило, министерство предлагало. Но при этом молчаливо голосовали. Даже вот последний проект номер 216, который был принят резко в двух чтениях, это кодекс трудовой, 35 статей одновременно меняли, обсуждение было в течение недели, то это можно назвать симуляцией. Одновременно с этим я точно знаю, что многие в министерстве не были согласны с этим проектом, профсоюзы категорически против, но при этом все случилось. Я уточню вопрос. Опыт взаимодействия президента с парламентом. Вот, да? К чему мы приходим? Мы приходим к тому, что в процессе этой работы, да, были совместные, будем так говорить, совместные решения. Та же избирательная система. Президент промульгировал. Тот же закон о правительстве, оно состав, президент промульгировал. Были и другие законопроекты, которые действительно носили социальную значимость. Но одновременно с этим, то, что шло против принципов президента, то, что шло против тех задач той повестки дня, которую он огласил еще до избрания на должность президента Республики Молдова, естественно, в этих вопросах понимание найти невозможно, потому как это два разных вектора. Господин Мадриган, как взаимодействовали парламент и президент? Что вы увидели? Вы знаете, в большинстве европейских стран все-таки парламентские республики. Но такой пинг-понг, как у нас, нигде нету. Посмотрите, парламентарии едут в одну страну, делают одну декларацию. Наш президент едет в другую страну, делает другую декларацию. Одни принимают какое-то постановление и закон, а президент да, их не буду премалгировать. Поэтому вы упомянули о консультативном референдуме. Угу. Не это нам надо. Я считаю, что как это бы горько ни прозвучало, мы должны направляться к президентской республике. Лебедь, рак и щука для нашей страны маленькой и слабой. Знаете, каждый воюет на разных полях, как ни странно. Есть страны, где единая команда, ну, как и у нас было при партии коммунистов, и президент, и парламент, и правительство все одной командой и продвигают. И то проблемы сложные, но это гораздо большие, все решается на уровне, быстро, оперативность. А когда у нас как-то недопонимание парламент и президент, даже по внешнему фактору и так далее, это нас ослабевает однозначно. Я упомянул уже о либеральной партии. Помните, Шалару ходил и сказал, мы хотим в НАТО. Но наш президент говорит, минуточку, домно министру. Мы же нейтральная страна. Мы принимаем постановление
парламента, по-моему, по инициативе партии коммунистов или социалистов, поддержали, коммунисты, что мы все-таки нейтральны. И имейте в виду, господа правительства, ведь же министр обороны входит в состав правительства. И у правительства есть полномочия по внешней политике. Нет, едет министр, делает всякие декларации, наши ребята едут на учения и так далее. Ну, уже не говорю, чем это закончилось. У нас открыт, по сути, офис НАТО в Молдове, в нейтральной стране. И господин президент тоже высказался, ребята, ну давайте как-то. Поэтому вот это взаимодействие, я считаю, неплодотворное пока. Пока, потому что у нас слишком много проблем накопилось за эти годы. Нам очень надо рывок, ну буквально рывок, не какие-то несчастные 3% в год там рост ВВП. Нам надо 8-10 каждый год, как у китайцев 30 лет подряд один за другим. А мы топчемся на месте, вот эта мелкота, межусобная война между ветвями власти, она и для граждан, она не совсем, ведь же граждан надо учить. То есть вы увидели элементы этой войны? Вот так? Ну, я бы не сказал, вы сейчас спорите, да, вот с теми, кто наоборот говорит, говорили социалисты с демократами, а вы говорите, война. Нет, вот я не знаю, что другие говорят, я привожу факты. Угу. Парламент голосует одно, вот давайте вот последнее, по выводу российских войск. Угу. Да? Угу. Как среагировал президент? Говорю, ребята, подождите. Он сказал, что это провокация, но предварительно депутаты-социалисты вышли. Но имел в виду, просто надо было напомнить, что это подписано Ельциным и господином Снегуром в 92-м году. Для чего эти войска? Там есть село Колбасно, где там тысячи и тысячи боеприпасов, которые, если они уйдут, непонятно, в чьи руки останутся. Угу. Они что думают, что наши перейдут в одно утро Днестр, и там уже будут хозяйничать? Это так себе представляю. Значит, не так. Они представляют, что это заявление прочитают в Европе и в Америке. Нет, это ничего не изменит. Я думаю, правда, господин Михаэш? Последнее. Это просто демократы отрабатывают то доверие, которое получили от Соединенных Штатов. Ну вот видите. И это они отрабатывают за поддержку. Ну, значит, вы со мной согласны. Я бы сказал, как я думаю. Не знаю, как вы думаете. Я сказал, как я думаю. Можете совпадать. Господин Михаэш, как взаимодействовали президенты парламента? В принципе, здесь надо, конечно, рассматривать два плана. Есть план законный, конституционный, который обязывает ветви власти сотрудничать. Парламент, правительство и президентура. Они, скажем так, нашли свой уровень взаимопонимания. Были встречи в трехстороннем формате, несколько встреч, Додон встречался с Канду и с Филиппом. И это хорошо, это надо приветствовать, потому что иначе было бы все заблокировано, и страна и так находится в сложном положении. Конечно же, у нас есть, скажем так, президент одного цвета политического, правительство и парламент, парламентское большинство другого цвета. Проевропейский парламент и правительство, пророссийский, скажем так, президент. И здесь возникли, конечно, какие-то трения, какие-то конфронтации были, в том числе. То есть это были все-таки трения, вот так? Я не вижу войны, потому что, не дай бог нам, конечно, войну. Но это нормальное, скажем так, явление, потому что все вопросы решит парламентские выборы. На парламентских выборах народ выскажется, это будет своеобразный референдум. Если будет, скажем так, если социалисты получат большинство в парламенте, это будет означать, что они добились того, чтобы уже иметь и правительство. Если нет, придется создавать коалиционное с кем-нибудь правительство или техническое правительство. Это уже вопрос времени. Но на данный момент расклад политических сил у нас в Молдове такой, что надо сотрудничать и проевропейским силам, и пророссийским силам, потому что иначе война. А никто не хочет войны, потому что опыт и наш приднестровский, и опыт украинский очень горький и очень, скажем так, трагический. Лучше плохой мир, чем хорошая война. А что делать, если взгляды вот настолько кардинальны, что придерживаются абсолютно разных в отношении НАТО? Сейчас я вам скажу, насчет референдума, это попытка президента навязать свои идеи и получить президентскую республику не получится, потому что у нас уже состоялся в Республике Молдова парламентский уклад. Большинство политических сил, в том числе и коммунисты, пророссийские, скажем так, те же усатовцы,
с другого фланга, проевропейские, даже прорумынские силы. Есть широкий легко консенсус. Легко навешивать ярлыки, я просто... Эти партии... Абсолютно. Я обалдеваю. Эти партии так себя считают, социалисты пророссийские, что я буду решать проевропейские, что ли? Если спросить Владимира Николаевича Воронина, считает ли он свою партию пророссийской, я вас уверяю, он ответит про молдавскую. Если вы понимаете, дело в чем? Я имею в виду по вектору, все-таки коммунисты, все-таки они пророссийские, по вектору внешнему. Были они когда-нибудь проевропейскими, но это было давно. НАТО благодаря им, они начали с НАТО. Вот, смотрите, видите аргумент. Сразу так железный аргумент. Вы же забыли? Господин Воронин не сможет этот аргумент вообще ничего предъявить. Ну, факт. Офис НАТО в Молдове открыл господин Воронин, чтобы вам было понятно. Вы же говорите, что он пророссийский. Но это было когда? 2005 год это было давно. То есть пророссийские за НАТО. Вы пытаетесь меня на господина Воронина, но я хочу не терять время на политический труп. Не хочу терять время с аутсайдером политической сцены, которым сегодня является Воронин. Я хочу говорить о социалистах, о демократах, о тех силах, которые предопределяют сегодня политическую жизнь Молдовы. Хотите об аутсайдером сделать? Нет, я хочу, чтобы мы... Я для чего здесь? Для того, что я вам предлагаю вопросы, то есть канву беседы как-то строю, а мы пытаемся как-то на самом деле... Говорить об одном и том же. Они каждое свое. Господин Воронин имел и пророссийский вектор, и проевропейский. Он менялся как флюгер за время своего президентства не один раз. Хорошо, да. Если обратно к вашему вопросу, я сказал, что надо позитивно отнестись к тому, что все три ветви власти, исполнительные, законодательные, в том числе и президент, и премьер-министр, и спикер, нашли общий язык по большинству вопросов. Был принят новый, скажем так, закон о правительстве. Изменения очень серьезные. По-моему, о закон о правительстве были большие претензии у социалистов. Промулгировал президент. Господин Михаевский, не надо забывать, извини, что я вас перебиваю, просто вы это концептуально расходитесь от предложения к предложению. И у меня возникает невольное чувство, что нужно собраться все-таки. А вопрос в чем? Вопрос в том, что насчет избирательной системы. Вы пытаетесь сейчас свести в одно партию социалистов, единственную оппозиционную, и партию демократов, которая не проевропейская, которая больше проолигархическая, они сейчас выживают. И у нас сейчас идет речь о тех решениях, которые вы сказали, что вот соединились. Ну, давайте будем о смешной избирательной системе говорить. Не демократы о ней начали говорить в 2011 году, а Дадон о ней начал говорить в 2011 году. Зайдите на сайт bseremia.md, и вы посмотрите, в программе было... Это указано. Нет, что касается... все просто. В 11-м начали говорить социалисты, в 13-м демократы вместе с ЛДПМ голосовали. В 2008-м ЛДПМ собирали голоса за смешную закон систему. Закон о правительстве тот же самый. Игорь Николаевич, да, все время... проголосовали, кстати. Да, проголосовали. Конечно. Нет, давайте сделаем так. Все-таки придем к какому-то консенсусу. Невзирая на вектор, который партия одна или та поддерживает, надо находить консенсус по некоторым вопросам, иначе страна не будет никогда двигаться, правильно? Нашли консенсус социалисты с демократами по смешанной системе? Давайте по НАТО найдут? Это хорошо, по НАТО не найдут. Я спросила уже. Так давайте найдем. Давайте, Михаил, сколько консенсусов, по-вашему, было найдено? Я считаю, что то, что было у нас до сих пор, хотя господин Дадон сделал несколько жестких шагов, которые, скажем так, требовали... ответа. Демократы не комментировали. Например, все эти демарши по Приднестровью были на грани закона. Например, я с вами не согласен, я объясню почему. Вы не раз повторяли о том, что в последнее время все три ветви власти нашли общий язык. Вы сейчас пытаетесь в одну массу все это собрать. Но при всем при этом, вы помните последнюю встречу президента, премьера и спикера парламента, после которой в течение нескольких часов произошло что? Высылка 5 дипломатов. Вы говорите о том, что нет ответных шагов. Национальная безопасность Республики Молдова. Пусть говорит. А то я... Я дослушаю. Давайте послушаем. Я понял тему. По 5 дипломатов. Давайте будем все вместе. Все-таки, невзирая на страны, давайте будем за то, чтобы все-таки национальный интерес и национальная безопасность Республики Молдова была превыше всего. Иначе у нас не получится. Потому что если те дипломаты под прикрытием дипломатов занимались шпионской деятельностью, вербовали каких-то там граждан Молдовы. А вы доказательства видели? Я не видел. Об этом только пресса. Они были представлены российской стороне. Между прочим, господин Сталин, дайте я вам один... Господин Михайлович, меня смущает, что вы говорите больше всех, и на меня обидятся даже другие. Остановите, чтобы... Все, я остановился. Давайте так, чтобы на меня не обижались другие участники программы. Я сейчас, возможно, дам им высказаться. Господин Мендриган, ваши реплики. Вы согласны с предыдущим оратором? Почему-то никто не слышит иногда, что говорят. Вот если говорить по господину президенту.
он же не пророссийский. Он говорит, ребята, давайте с Европой будем и с нашим стратегическим партнером. А другие специально не хотят слышать. У них такая фишка, российская угроза. И вот они этой фишкой, я уже говорил о либеральной партии, слава богу, у них кроме этой фишки на выборах ничего не было. Танки там, кукурешти, десус, да, знаете, идут. Вот сейчас это как попугаи. Другие повторяют, российская угроза, не дай бог, что будет на Украине, не дай бог, что-то и так далее. Поэтому почему мы не можем сконцентрироваться и парламент, и правительство, что давайте будем работать в двух направлениях. У нас есть и экспорт, у нас есть дела и в Европе. Тяжело, тяжело, но да, некоторые вещи надо перенять оттуда, и правовое государство, и так далее. Но, слава богу, что открывается потихоньку российский рынок. Все страны борются за рынок. И Китай, и Соединенные Штаты. Все борются за рынок. А у нас как будто головы квадратные. У нас есть возможность открыть этот рынок или опять вернуться как-то. И у нас по-прежнему пугает российская угроза, империализм и так далее, и так далее. Поэтому вот это направление наше, для нашего развития. А пользоваться или использовать это преимущество по двум направлениям, это наш шанс. Наш шанс. Те, которые могут на России, и только не российские, есть белорусы, есть Казахстан. И я говорю, вот это пространство бывших советских республик. Евразийский да. союз. Тем да. более, что он, по большому счету, и я немножко встречаюсь со специалистами, там не идет на первом месте политические вопросы. Там идут экономические отношения. Нам не навязывают там какие-то реформы. Ребята, вы решаете в вашем суверенном государстве то, как вы хотите. А у нас есть определенные требования по качеству и так далее. Все. Поэтому мы опять пугаем про какое-то. А давайте-ка мы все-таки сконцентрируемся на оба направляем. И чем больше мы будем авансировать, мы будем компетентными и на одном рынке, и на другом. А возможно это вот сосредоточиться именно на двух направлениях при нынешнем положении вещей? Либо в стране должна кардинально измениться власть? Еще раз говорю, вопрос. Давайте послушаем, что говорят люди. Вот посмотрите специалисты Российской Федерации. Ребята, то, что у вас с Европой, Бог с вами, это ваша проблема. Мы для вас ставим только раз, два, три, четыре. Да? Не больше. Мы не ставим вопрос, чтобы вы разрывали этот аккорд и так далее. Да? Не ставят нам. Да и европейцы наконец поняли, что это подписанное соглашение по-быстрому и с точки зрения политической он не срабатывает. Они поняли, что просто им навязали нам, и мы на этом этапе не можем. Ведь же надо большущая работа, все это реформировать, стандарты и так далее. И они говорят, ребята, ладно, давайте и туда, только чтобы у вас хаос не был, чтобы люди не голодали. Пожалуйста, делайте хоть что-нибудь. Господин Дерган, вы недопоняли вопрос. Вопрос был такой. При нынешней политической ситуации, когда парламент такой, да, парламент, президент у нас других политических взглядов, возможно то, о чем вы говорите. Либо нам нужно менять политическую систему. Я знаю, в какую сторону вы. Нет, а давайте по-другому. Либо выборы. А давайте вопрос по-другому. А как люди думают? Про. А вы знаете... Господин Мадриган, одно знаю мы точно... Мы будем голосовать. Господин Мадриган, одно знаю точно. Ни вы, ни я не можем сейчас говорить, что мы с вами точно от всех людей. Почему? Я говорю за себя. Я говорю, что наши политики слушают. За себя. И начинают гнуть за некоторые денежки, которые получают они за рубежом. Ходит туда, шушукается, а потом проводит политику чужда нашему государству. А мы, граждане, которые здесь проживаем, мы хотим иметь хорошие отношения и с Западом, и с Востоком. Вот моя позиция. Здесь я только одну фразу хочу добавить. Чтобы иметь хорошие отношения с Российской Федерацией и с Европой, Российская Федерация, во-первых, должна поднять эту блокаду экономическую, которая есть сегодня у нас. Есть некоторые продвижки, некоторые фирмы, которые имеют право выборочно экспортировать. Господин Михаил, можно я задам вам один вопрос? Кто заинтересован в экономических отношениях? Россия в нас или мы в них? Я отвечаю очень просто вам. Нет, отвечаю. Кто заинтересован в экономике? Взаимовыгодные. То есть вы считаете, что Россия также заинтересована в молдавских помидорах? Я отвечаю. Россия как мы в газе. Россия в 2013 году в одностороннем порядке ввела против Республики Молдова эмбарго на некоторые категории продукции. Угу. И так не делается между странами, которые имеют стратегические... То есть Россия должна?
Ничего она не должна. Как? Она должна, вы с этого фразы начали. Она должна соблюдать законы. Законы, которые подписали президенты России и Молдовы. А какой закон нарушила Российская Федерация в 2014 году, ввела, использовав свое право защиты рынка? Потому это что не мы защита так... рынка. Это было, скажем так, и это, об этом господин Рогозин прямо сказал, что это был репрессивный метод после того, как Республика Молдова подписала и ратифицировала договор об ассоциации с Евросоюзом. Так не делается. Господин Михайлович, я вот если за вами наблюдаю, со своим, в прессе, вы очень часто быть, ссылаетесь на господина Рогозина. Вы большие друзья, наверное, поэтому вы так мы не друзья, просто я слежу за ним, потому что он полномочный представитель президента Российской Федерации по Приднестровскому вопросу. Следите, но давайте будем о чем говорить. Когда наше правительство в ситуации с молочкой украинской, мы все прекрасно помним. Вы помните, когда были определенные ограничительные меры, Филипп наложил на поставки украинской молочки. Почему? Потому что наши предприятия ЖЛК, Рыжканский, Флорежские молокозаводы испытывают определенные трудности. Нам нужно реализовывать продукцию, у нас с этим есть проблема. И тогда это не было эмбарго в одностороннем порядке, тогда это был вопрос защиты рынка. Так и Российская Федерация делала. Тем более, мы знаем, к сожалению, не все наши поставщики плодовочной и винодельческой продукции были чистые на руки. Вопрос реэкспорта никто еще не отменял. И тем более, вы знаете, даже Республика Беларусь тоже попала под этот список, потому как белорусские креветки тоже появились в России, я извиняюсь, но так оно на самом деле и есть. И тогда Российская Федерация приняла те же меры по тем же продуктам в отношении Беларуси, несмотря на общие экономические связи. Я понимаю, мне бы не хотелось, чтобы мы сейчас говорили, вот, потому что у нас тема несколько другая, я возвращаю вас к этой теме и хочу спросить, вот, как поменялся за этот политический сезон политический расклад сил в стране? Вот господин Мадриган начал частично отвечать. Справящие коалиции, есть, дело коснулось сейчас, либералов. Сейчас, да? Сейчас. Но мне кажется, что вы можете продолжить. Как он изменился? К сожалению, идея парламентаризма, она теряет свою значимость из-за поведения депутатов. Поэтому сказать, что поменялся сам парламент как представительная власть... Нет, вообще расклад сил в стране. Нет, сейчас зайдем на силу. А что такое сила? Это есть люди. Силы – это есть люди. Мы что, можем абстрактно? Поэтому как парламентские, не парламентские, как разные ведут сегодня депутаты в парламенте, еще никогда не было. Когда они верой и правдой служили одной партии, получили мандаты от этой партии, ходили, попрошайничали эти голоса, и в одну ночь они топом перешли в другую партию с другой программой. Угу. Поэтому граждане смотрят на это сейчас. А что бы это означало? Ведь же они скоро опять придут, да? Опять некоторые побоятся вообще ходить к людям, потому что ты опять пришел. Им напомнят. Поэтому, когда как изменился это, к сожалению, упал авторитет наших государственных органов. Избирательная кампания будет очень сложной, в том числе сейчас будет по одномандатной, да, части депутатов 51. Поэтому, я думаю, одной из первейших задач является восстановление доверия граждан в нашу власть, независимо от какой партии. Сейчас нету доверия. Сейчас голосуешь за одного, он завтра перешел туда, проводит. А когда его спрашивают, не хочу бодовать фамилии, но которые знаю я всех политиков, знаю с 85-90, кем они были, кем они стали. Когда его спрашивают, а что ты перешел с этой партии в другую партию? Чем разница? А он помляет там 2-3 предложения и не может объяснить, почему он из этой. Ведь же платформа вроде бы одинаковая, цели, чтобы улучшить жизнь народа, почти у всех одинаково, создание рабочих мест вроде бы одинаково, инвестиции иностранные у всех партий одинаково. Что ты перебрасываешься оттуда и туда? И самое важное. Зарплатные ведомости. И самое важное. Вот есть представитель парламента, да, ну, от одной солидной партии. Я спрашиваю депутата. Господа, вы сегодня почему не принимаете поправки в закон, чтобы запрещалось переход из одной партии в другую? Если это безобразие всех как бы беспокоит, давайте ставим. Депутат, которому надоела работа в парламенте, он сложил себе депутат и пошел дальше помидоры. Почему он якобы ему не нравится, что-то не сошлись якобы во мнении с партией и переходит к другой партии, которая по большому счету ничем не отличается. Не хотят этого делать. Почему? Поэтому, когда спросили, как изменилось,
к худшему изменилось. И это очень печально, потому что любые изменения, она должна быть на доверии и включить большую часть народа в реализации этих программ. Поняла. Как изменился политический расклад сил в стране? То есть был политический сезон, были всенародные выборы президента. Мы знаем, что у нас есть опросы, и по этим опросам, да, есть ряд партий, которые стали пользоваться большим доверием, скажем так, некоторым меньше. Вот вы это все можете проанализировать и дать ответ? Давайте тогда, исходя из вашего вопроса, разделим его на две части. Так будет объективнее. Первое – это те опросы и политическое доверие к граждан, к политикам, которые показывают эти опросы. Ну, в частности, мы понимаем, что партия социалистов – это номер один, дальше идут другие партии. И то, как политики себя ведут в исполнении своих мандатов. Давайте мы пока ответим на вопрос о политическом, то, о чем я вас спросила. Мы о политиках поговорим дальше. Давайте так. Я обещаю, мне просто интересен расклад сил. То есть социалисты укрепили свое влияние. Или, может быть, демократы со своим 41 мандатом стали, я не знаю, больше такой силы. Вот либерал-демократы, либералы, да, вот что-то они тоже в парламенте. Но наверняка у них произошли какие-то, я не знаю, проблемы с рейтингом, да. То есть мы можем говорить, а в то же время есть непарламентские партии. Как вы это видите? Проблемы с рейтингом произошли у всех, кроме партии социалистов. На сегодняшний день мы видим, демократическая партия, она превратилась в такой конгломерат людей, общность, организацию, но это не партия. Которая... То есть вот эта численность депутатов не говорит о ее силе? Численность депутатов привела к тому, что демократическая партия на сегодняшний день имеет, так сказать, большинство. Да? Там 41 у них, да. Плюс Гилецкий, Лянка, команда, которые они стараются голосовать вместе, и формально у них есть парламентское большинство. Это сила, это нужно сила, признать. Да. Это да. Факт, от так. которого мы не можем отойти. С другой стороны, есть либеральная партия. Есть ЛДПМ, которые еще больше потеряли. На последних 5-6 заседаниях мы даже видим, у лидера у либеральной партии нет. Он не ходит, он заболел. Он на рыбалке сидит и постит фоточки. Научился делать поэтому селфи. Смотрите, научился делать селфи. Внимательно. И вот пишет сидит. Письма Богу. Не значит, только. Не только. Это с одной стороны. С другой стороны, что касается партии социалистов. Еще раз повторюсь, у нас своя повестка дня. Да, голоса сегодня решают в парламенте многое. И по количеству голосов демпартия на сегодняшний день укрепилась. Это надо признать. Это факт. Но с точки зрения электорального веса общественного... Вот то, о чем я вас, в принципе, вас демпартия спрашивала. Падает. Мы все видим сегодня 5-8% у них рейтинга, а у партии социалистов 48-52%. Разные опросы имеют разную вилку. Я не говорю о партии коммунистов, хотя тоже не надо списывать со счетов, многие говорят, мертвая партия. Нет, нужно признать, их 5-6% тоже есть. УСАТы и так дальше, там это уже не будем говорить, это не проходит парламент. И это есть сегодняшняя ситуация. Но еще раз повторю, есть электоральный рейтинг у политических конкурентов, и есть реальная ситуация голосования. Да? То есть та же декларация. А реальная мы пока не можем судить до тех пор, пока люди не проголосуют. Я благодарю вас за ответ. Да, господин Михайлович. В принципе, я бы сказал так, что проевропейский фланг, над которым раньше доминировала либерал-демократическая партия, которая потеряла своего лидера Филата ввиду коррупционных действий, возглавила демократическая партия. То есть демпартия взяла этот проевропейский фланг под свой контроль. И она демонстрирует своими всеми действиями, что она действительно проевропейская партия. И, в принципе, другие силы, скажем так, как Майя Санду, как Андрей Настасов и другие, они пытаются позиционировать себя как проевропейские партии. Но их заигрывание с пророссийскими партиями, в том числе общие совместные действия на площади с партией Усатова, с партией Воронина, относят эти партии к популистским. То есть они используют любые лозунги, чтобы попытаться добиться каких-то результатов. То есть у них нет четкой доктринальной основы. То есть вы не верите в рост влияния вот этих партий? Эти партии, скорее всего, пойдут единым фронтом. Это партии, которые координируются... скажем так, Филатом Лучинским и Ионом Стурзой, это всем знакомо. Они, скорее, вот сейчас могу даже пари поставить, что либерал-демократы, партия Андрея Настаса и партия Майя Санду, они втроем будут в одном блоке, это уже гарантировано. Потом есть левый фланг, скажем так, на левом фланге доминирует социалистическая партия.
социалисты прочно укрепили свои ряды. И это уже посмотрим, как покажут следующие выборы, потому что все-таки надо понимать, что выборы и предвыборные кампании очень серьезно меняют ситуацию. Ну, то есть, понятно. Исходя из этого, я считаю, что у нас сейчас три политические силы, которые имеют реальный шанс пройти в следующий парламент и каким-то образом доминировать. То есть это социалисты, демократы и вот эти три партии под контролем триумвирата Лученский, Филат и Онстурза. Вот эти три больших, скажем так, партии, политических образований, возле них какие-то мелкие партии будут, скажем так, курсировать. Потому что всегда большая партия имеет несколько сателлитов. И вот возле этих трех образований будет происходить борьба на следующих парламентских выборах. На данный момент мы находимся, скажем так, в предвыборном году уже, скажем так. Да? У нас почти год до выборов, год и два месяца, скажем так. Определились, скажем так. А вы чувствуете, что уже вот партии начали готовиться? Партии всегда работают для выборов, но на данный момент самое важное, стали ясными правила игры. То есть, вы полагаете? Вот так мы еще референдума не дождались. Референдум? Два слова об референдуме. Если бы я был вместо президента Дадона, я бы отозвал этот референдум, потому что... Вы никогда не будете, господин Михайлович? Кто его знает, потому что народ решит. Народ решит. Я имею в виду, что этот референдум, он только внесет раскол в общество. Потеряем деньги бюджетные, потому что он консультативный. Он не имеет юридической силы. Нет, потому что он правдивый, господин Михайлович. Если вы позволите 30 секунд. Вы говорите только о одном из вопросов. Это расширение полномочий президента. Но вы дочитываете все-таки... Снизите мандатский корпус от 101 до... Вопросы, которые были... Депутатский корпус. Это же популизм чистой воды. Это не популизм, это мера необходима. Следующий вопрос по поводу миллиарда возврата и кто должен его оплачивать. Это вопрос, который волнует всех на сегодняшний день. И демократов, и либералов. Значит, для этого надо простые... делать референдум? Да, потому что на сегодняшний день демократическая партия, как правящее большинство, ее сателлиты говорят о том, что нет, такого нету, что все против того, чтобы система рушилась, потому как эти деньги уже внесены в бюджет, потому как есть уже определена налогобюджетная политика и так далее и тому подобное. Говорят экономические глупости, как вот по тем выводам, которые я делаю от действительно людей, которые в экономике разбираются и строили эту страну, особенно банковский сектор. Поэтому референдум очень важен. Это будет реальная лакмусовая бумажка, то, о чем думают люди. И вот тогда мы увидим действительно, что происходит. Я благодарю вас. У нас уже время практически вышло, но я хочу сейчас по 2 минуты еще вам непременно дам, для того, чтобы вы на последний вопрос ответили. Мы говорили, уже затронули вот много составляющих, да, этого политического сезона. А сейчас я хочу, чтобы вы поговорили о политиках. Кого бы вы за этот политический сезон выделили, кто как работал, чьей работой вы довольны, а чьей нет. Господин Мельдриган. Я продолжаю тот вопрос, который мне не достался. Я скажу, а кто выиграл из-за всего этого? Вот закона, изменения избирательной системы. Ну, пожалуй, пока социалисты. Ну, во-первых, от того, что их это была законодательная инициатива, и для них это будет возможность открыть побольше избирательных участков за рубежом. Это очень важно. Это их избиратель большой части. Поэтому всегда, когда выдвигаешь инициативу, она проходит, ты как бы инициативу за тобой. Что касается политиков, думаю, сейчас затишье, потому что эти изменения в законодательстве некоторые вне парламентских партий отбросило их возможности. И мы говорим, что такова политическая борьба. Любая политическая партия, как бы она ни называлась, придя к власти, она прилагает усилия остаться у власти. Это политическая борьба. Можем их обвинить кого-то, не те методы. Что поделать? Надо к этому привыкать. Если даже интересы сошлись социалистов и демократов, бывает, любая даже война заканчивается миром в любом случае. Поэтому в их стратегических интересах здесь интересы, пожалуй, совпадают. Поэтому внепарламентские партии, конечно, будут в затруднении. У них единственный шанс, пожалуй, это создавать электоральный блок и собрать всех
возможно, и Басеску, и остальные Шалару. Если они будут врозь пойти на парламентские выборы, как сейчас, независимо, как называется, проевропейские и так далее, конечно, у этих двух партий есть больше преимущества, у них есть организации в территории, есть доверие, как мы говорили, эти сондажи сейчас показывают. И есть те очень важные вопросы, которые мы поддерживаем. Это суверенитет, это православие, это наше отношение экономическое и так далее. А у других, если посмотреть по программам, там почти пусто, что мы будем там лучше что-то где-то. Поэтому я думаю, что пока затишье перед бурей, а буря начнется уже осенью. Спасибо. Господин Михайлович, дайте оценку работе политиков. В принципе, кто вас впечатлил? Говорить, скажем так, о каких-то оценках еще рано, потому что... Ну как, люди работали целый политический сезон. Урожай будет собираться сезон. На выборах, тогда будем ставить четкие оценки. Сейчас можно промежуточные оценки, скажем ну, так. Как, ну вы как, вот, как комментатор, вы вот должны сказать, скажу, вот этот так. Политик этот сезон работал хорошо. Так, государственные, прогосударственные партии, проевропейские государственники это ПД, пророссийские государственники, это ПСРМ, они нашли, как говорит Медриган, пару соприкосновений по нескольким основным вопросам. Я ставлю плюс обеим партиям на этой основе. Минус президенту Додону за то, что он слишком много Приднестровью уступает все-таки. Не надо уступать так много приднестровскому сепаратизму, они это не заслужили. А плюс господину Плохотнюку? Я ничего не говорю про господина Плохотнюка, потому что он не в парламенте. Почему? Вот это самое интересное. Вы молчите. Вы все время почему молчать? Все молчат. Я поставил плюс ПД, в том числе Плохотнюку и социалистам. Ну, получается, да, все-таки был этот плюс. Плюс есть, да. Минус тем силам, в том числе Майя, Санду, Андрей Настас, Усатый и тому подобное, которые не имеют программ, не имеют ничего для Молдовы, кроме как стоять на площади и орать. Не орать. Поняла. Имеет право человек, господин Медведев. Предложить свою позицию. Господин Односталко, вы кому плюсы и минусы? У нас так почему-то отвечают. Вы знаете, все на поверхности на самом деле, все крайне объективно и крайне понятно, на мой взгляд, в этом политическом сезоне. Президент начал свою работу с конца декабря месяца, с момента инаугурации. До сегодняшнего дня были проведены десятки международных встреч. На сегодняшний день, я не помню сколько, 6 или 7 лидерами президент встречался лично. Он был как в Российской Федерации, как выгодном нам, как выгодном нам экономическом пространстве. Он был, также он был и в Европейском Союзе, и я хочу заметить, господин Михаевич, это единственный молдавский лидер и политик, который был в Европейском Союзе, не как-то тихонечко проехал туда на частном самолете, и встреча была скрытой под полом, а это была открытая встреча, об этом знали, это была общественная структура, это было медиа и так далее и тому подобное. Поэтому бесспорно, господин президент на сегодняшний день это политик номер один, и судя по тем действиям, которые он предпринимает, и результатам, самое главное, наш традиционный партнер Российской Федерации открыла для нас рынки для больших количества компаний. Продолжается это направление дальше. У нас вопросы с гастарбайтерами были решены. Я принимаю граждан, я знаю, это десятки звонков, которые с благодарностью. И, а остальные и так политики? Остальные политики на сегодняшний день встречаются даже с международными своими так называемыми партнерами. Где-то там тихонечко, чтобы об этом никто не знал. После этого пресса об этом говорит. Что касается, будем так называть, так называемых лидер парламентских партий, они на сегодняшний день исчерпали себя, на мой взгляд, тем отсутствием позиции и борьбой с социалистами. На сегодняшний день весь парламент борется с социалистами. Мы это видим на сегодняшний день. Никто не говорит о Плохотнюке, даже вот господин Михаеш о нем сказал. Я поставил плюс, потому, что мы идем партии. Более того, он еще поставил ему плюс, как мы это об этом слышим на сегодняшний день. Что касается непарламентских партий, к сожалению, они не нашли своего избирателя. И это связано, на мой взгляд, с отсутствием идей, которые они могут предложить избирателю на сегодняшний день. Господин Усатый, что он может предложить? Селфи, видеоканал YouTube, и на этом точка. Господин Настас, это страшно, какие фотографии появляются в последние дни, и отсутствие логики в словах. Госпожа Майя Санду, давайте мы поймем, что Facebook это хорошо, это соцсети, но у нас в территориях основная работа после того, как Майя Санду, извините, требовала, чтобы Международный валютный фонд не возобновлял отношения с Молдовой, она потеряла полностью свои позиции. Вы поставили ей минус. Минус жирный за то, что она
национальный интерес Республики Молдова пренебрегла. Это очень хорошая оценка с моей точки зрения. Я вам тоже ставлю минус за то, что вы перебиваете. У нас нет времени. И в конце концов, к чему мы пришли? Вот в этом всем раскладе мы видим, что на сегодняшний день господин президент – это политик номер один по медийности, по узнаваемости, по результатам, самое главное, по результатам для Республики Молдова. И я надеюсь, что в будущем так оно и будет. И судя по тому, что есть, мы будем только наращивать этот положительный капитал. Я благодарю вас за участие. Господин Мадриган, вы скажете самую важную фразу. Осенью будем посмотреть, да, что называется, да, как будет развиваться ситуация. Осень у нас никогда не бывала спокойной, как мы помним из опыта. Самое печальное, да, в Молдове, будем... что у нас задолго до избирательной кампании уже партии начинают, и это вопреки даже законам, все эти плакаты, да, и всякие прочие, да, но осень будет жаркой. Вне сомнений. Благодарю вас за участие, за то, что мы с вами все вместе как смогли, так проанализировали этот политический сезон. Ну, надеюсь, что какие-то главные моменты все-таки мы о них зрителям рассказали. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.